Всем привет, ребятки, как ваши дела? Привет новым подписчикам, те, кто меня не знает, меня зовут Саша Лимп, и мы тут снимаем контент про Black Star. Наконец-то, друзья, наступило лето, а значит, у нас куча времени, чтобы заняться тем, что мы так давно откладывали, поэтому, если вы вдруг что-то хотите делать и все никак не можете за это взяться, лето – это самое оно. Давайте делать, потому что я люблю тех, кто что-то делает. Я с самого утра уже в Black Star Burger, у нас появились блины, давайте я вам покажу. И смотрите, сколько всяких приколов к ним. И вон вам и орешки, и клубники, и все. Ой, красота. Я пойду есть, а вы смотрите влог, а я пошел есть. Па! Как же я люблю, когда летом ты можешь надеть свою любимую куртку, и тебе совсем не будет жарко, потому что лето-то не очень какое-то. И я снова в очках, а не потому что мне светит солнце, а потому что мне дождь хреначит в глаза. В общем, друзья, куда я иду? Сейчас покажу, куда. Так, еще не могу найти. Ах, да, вот же она, на весь карман-то. Премиум СТВ, она уже, кстати, вот там. Честно, какие джентльмены. Опять ты? Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот так, в этот раз вот тебя вот так. Правильно. Здравствуйте. Нормально, пришел вот. Ничего себе, вот это, вы понимаете, чем надо заниматься? Вот где все бабки. Здесь вот, все, да. Вот где все это. Люди все из-за меня пришли. Я же сказал, что сегодня буду здесь. Спасибо, кстати, что пригласил. Очень приятно. Как я мог? Спасибо. У меня есть пригласительный. Вот, специально. Я вырезал сам. Спасибо. Приходи, да. Спасибо. Да ладно, ладно. Не-не-не-не-не, это все. Ты же понимаешь, я же здесь из-за тебя. Братан, солнышко. Салют. Привет. Ну там это, как обычно. Один блогер, просто. Да какие все блогеры? Один блогер и какие-то человеки с камерой. Привет всем зрителям Саши. И удачи. Настя, ты лучшая, мы тебя любим. Разорви эту премию, что ты сможешь. Голосом Скруджи. Собрать свое. Иди камеру. Господи. 3 часа ночи, ребятушки. Уже светает. А я куда бегу? Я бегу на поезд, чтобы приехать на Витфест в Питер. Что ж, друзья, вот я снова в Питере. И в который раз я приезжаю сюда и смотрю на Питер только из окон такси. А сейчас идем на Витфест. Погнали. Ой. Это Митя. Митя? Да. Ай, царапается Митя. Митя, сок мой. Там он и так мало его. Потому что я очень много уже записываю. В прошлый раз вот тоже такой вот Митя меня оформил там. Они так прикольно какают, они как будто песок мокрый. Да. Ой, хрустит что-то. Да, да, мы ему даем эту вкусняшку. Митя не любит Black Star. Митя обожает Black Star. Да? Hello, darkness, my old friend. Да. Короче, суть такая. Здесь есть лаунж-зона с блогерами, но туда пускают только тех, кого пригласили сюда выступать. А я сюда приехал как гость, а не как блогер, поэтому туда попасть не могу. Сейчас Стасик придет и, возможно, поможет мне. Невероятная магия происходит в Олимпийском. Я ходил, потом понял, что я уже не в той куртке, в которой был здесь. Ну ладно, та же сумка моя здесь на месте. Но вы знаете, что кое-чего здесь не хватает. Здесь есть все, кроме... Кроме бутерброда! Скрудж, где ты, чтобы провести обзор на мою сумку? И бутерброд, ебать! Все, бутер в сумке, это уже классика. Мусора до хрена там было. Мусора там. Мусора. Мусора. Мусора, мусора. Они приходят и говорят, доброй ночи.
телефон, штучка тампон, но это не сегодняшняя. Типа сегодня все норм? Сегодня все норм. Ладно, погнали. Точно? Да, все хорошо. А, куда погнали? Привет. Да не важно. Я уже в вип-зоне. Стасик мне там уже какие-то бургеры приготовил. Танцуй, танцуй будто... Чернотой просто, чернотой. Черный, чернухой. Танцуй будто вот так. Нормально. Уже вообще. Я рад тебя видеть. Да, я тоже. Ты снимаешь? Все нормально, давай. Привет. Да в смысле? Красный, какой красный. Ну да, как дела? А у меня шикарный. Где он там стоит? Ой, как будто ты его не видел никогда. Ну здесь еще не видел. Я выбивал этот бургер в течение 2 лет. Я бы не сказал, что в течение 2 лет, в течение 20 секунд. Стас, не тихо. Ты ленивый, сидишь дома, куда там пойдешь? Сидишь дома, я так понимаю, да? Что? Что? Даник. Сань, ну вот не обязательно. Вот ты говорил нам все, черный цвет, нифига, ты похудел. Да? Ну, ребят, ну напишите, смотрите, дрыщ сидит. Пишите в комментариях, ну, что он похудел. Ну, буквально 10 минут назад я съел бургер. Конечно, ты с сыром. У меня... сыром, нет, давай. Просто у меня живет дома кот, и от меня воняет кошачьим саньем. Я думаю, что я своя. Там. А там только сада. Это случайно, рука просто понял. Когда крик поет, значит, у вас. Песня закончилась, блин. Все. Ну ты жрешь мой сын. Дай. А что за красавчик? Из вариантов. О, подожди. Это же мой друг. Это же звездный стилист. Он здравствуйте. А как вам премия? Как вам артисты? Подожди, у меня есть отлично. Микрофон. За кого болели? За кого голосовали? За своих. А кто свои? Рассказывайте, зритель не знает. Не скажу. Не скажу. В смысле? А никто же не знает. System of a Down сегодня же не приехали. Типа не интересно, что там сейчас на меня, мне вообще хуй наплевать, да? А я говорю, Маша, не знаю, можно начинать? Нет. Ну, не знаю, что. Да чё молодец? Все молодцы. Скажи, чё? Да как хочу. Жрать и спать, все, вот. А тарелка-то чё? Тарелка? Её жрать, собственно. Дома спать. Короче, мы тусим, снимать не знаю чё, но завтра у Стасика день рождения. Оу, yeah, happy birthday, me too. Что это? Что это? Стас, а это что? Идея есть для стартапа. Всем так делать. Смотрите. Смотрите. Ты что, починилась? Смотри. Снимаешь эффект такой. Сломалась камера. Прямо на Витфесте. Вот я, вот, смотрю. Да! Пердешь члены. Дрочка, дрочка. Это Кашин. Прости, чувак! Каша нас поперечным перепутали. Вышки, так. Блогеры, так. Что это самое главное. Разные выступления, тематические, есть лекции, есть научно-популярные даже контент. Как всегда, кто где меня тянет на сцену. Как кивусика. Тяжелее кивусика? Нет. Ты в случае? Нет. Можно взять его на ручки? Да, фоткай. С этим чудовищем. Ого, и я это снял. Да? Вот еще старый. Вот еще старый. Вот еще старый. Он хочет поцеловать меня. Здравствуйте. Здравствуйте. Я смотрел ваши фотки. Какие? Ты же снимаешь? Да, про Black Star. Про Black Star, да, все. Значит, я не перепутал.
Лето, солнце, море, пляж. Вот таким я помню лето, друзья. А это что-то вообще какое-то не лето. Знаете, я, короче, не люблю с вами общаться в очках, но сейчас так надо, потому что сейчас утро, мне позвонил Юрий и говорит: Саша, ты знаешь, что сегодня в дипломате бранч от всем Блэкстаром собираемся? Я говорю: нет, не знаю. Юра говорит: ну так давай, подтягивайся. А раз Юра сказал, значит, надо ехать. Неужели все остальные встали так рано? Ну хотя сейчас не рано. Да я просто поздно лег. Сейчас 11:30. Идем смотреть. Ну что, Юр, что мы так рано тут делаем? Завтрак в непринужденной обстановке группы компании Black Star — это всегда приятно. А, интересненько. Доброе утро. Хотел спросить, что так рано, а потом подумал, наверное, если я при вас скажу рано, с 12-11 утра, то... Можно без работы остаться. Да. Во сколько у вас утро начинается обычно? Когда как? Где-то в 7-8 утра. А заканчивается рабочий день? Рабочий день заканчивается в 11 вечера. А, прям, да? Короче, ребят, приехали мы на автопати, а все просят не снимай, потому что все отдыхают. Иди сюда. Жетоны с соком. Ты же просил тебя поснимать. Ради тебя камеру включил. Всем привет, я Влад Беренич. И ты не ел Black Star Burger? Ел. А, ну все тогда, следующий. Хорошо. Ефимова. Кстати, самое интересное, что сейчас 10:30 вечера, ночи, не знаю, а так и не скажешь. Светло. Белые ночи, первый раз вижу такое. Я тебе уже говорил. Не снимай меня с близка. Ну. Кто там за маленький такой сидит, наминает. Привет. Ты все время снимаешь, когда я ем. Ты все время ешь, когда я снимаю. Или деньги раскидываешь со скруджи. Женя, улыбнись. Немного не понимаю, как можно кушать вот так вот, но это весьма странная история. Соответственно, смотрите, что делает человек, какое он блюдо себе сделал. Он взял, положил салфетку на тарелку, взял, залил ее чаем и начал хавать с нее просто свой бутерброд. Да я просто воды. Зачем? Зачем он положил салфетку туда и залил ее чаем? Специально вот так вот. Зачем он это делал? Чайные салфетки. Вкуснее. Весьма странный тип. Я не знаю, как я сюда попал, но это весьма странный тип. Мы вообще тут планировали доширак похавать, но как бы. Есть доширак? Салфетки есть. Салфетки есть. Автопати закончилась как обычно. Все блогеры напились лимонада и не захотели сниматься. Сегодня у Стасика день рождения, и мы его проводим в Питере. Мы сейчас идем на Дэдпула. Какого? Второго. Что это значит? О, что это второй фильм. Круто. Не, ну вживую это явно красивее, чем на картинках. Кто из Питера? В комментарии мне там быстро. Чик-чик-чик. На, дарю, шутка. Давай, сексуально выпил. У меня встал вопрос. Чё ты там снимаешь? Короче, чтобы вы понимали вот весь масштаб происходящего, Ник сегодня выходной, но он приехал ради меня. Съесть вкусный сочник, или что это, яблочный, бифштекс. А сейчас еще телевидение позвал какое-то немецкое. Сейчас будет жарко, ребят. Довезу до... Моя до шляпа, Дубровки. Моя шляпа грузинская. Тебе она не идет, братишка. По-моему, нормально. Аша, что он говорит, мне не идет, смотри. Что, никто с тобой не играет? Нет. Деньги отправили там твои? Нет. Потому что никто не хочет играть. Все, ты теперь работаешь здесь? Оп, да, но я, кстати, подрабатываю хостес, потому что сейчас что-то какая-то тема. А, ну IP-адреса блочат вот эти теперь. Да, да, Telegram тоже как бы блокирует периодически, поэтому я устроилась временно хостес в Топорик, потому что на больше мозгов у меня нет. Понимаешь, просто я, ты мой special guest in the Topor Barber, that's why I'm with you. Oh, yeah, 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 yes, thank you. Как же мне нравится, ребята, что я живу в центре. Просто берешь доску и едешь кататься по крутым местам с нормальной дорогой. А еду я, знаете, куда? В Black Star Burger на Мясницкой. Приветики. Помните, я вам говорил, что если вы скажете мне: Саня, хочу с тобой встретиться, приходи на Мясницкую, я приду.
Вот я, собственно, и еду так у одной девочки, которая ведет фан-аккаунт Клава Коки. Сегодня день рождения, она меня позвала присоединиться к ним, и я такой думаю, почему бы и нет. Привет! В общем, на праздничный стол я уже не успел, но есть новый рисуночек для меня. Уже второй. О, кофте Атланта. Так, ну смотри, ты ведешь фан-аккаунт Клавы Коки, да? Да. Расскажи, за что любишь Клаву? За то, что она искренняя, за то, что она жизнерадостная. Видела с ней уже вживую? Да, на Майорке я с ней фотографии сделала. Да. Короче, все, красоту сделали, а теперь немножко минутка творчества. Сейчас будет фристайл. Нет меня. Сейчас будет фристайл. Нет Люси. Даже не битбокс. А как улица называется? Даже не битбокс. Мы стоим здесь сегодня, я скажу так. За мной Блэкстар Мафия, это хороший знак. И тут мужчина идет в жару или в неделе. В этой гимнах и не рубашке с кожаным портфелем. Он идет мимо и улыбается. Шипка ему фристайл по кайфу и на лицо улыбка. Мимо тачка едет, идем на рекорд. Там был Hyundai, а за ним Ford. А потом Toyota, а еще Volvo. Ну и Honda Kia, по кайфу по-любому. И едет инкассатор, я не инноватор. Но я стилю фристайл, это будто инкубатор. Скажи мне тему, поскорее, бро. Это барбершоп, топоры, мы здесь творим добро. И походу с битом у меня прогресс. Весьма негативный приходит смс. Женщина идет, и если кто не знает, она по телефону салончик всем кидает. А тот парень сегодня не по приколу меня FIFA напялил, чисто по футболу. Посмотри на эту тачку, бат, просто жесть. Там есть буквоша номер 086, он стоит здесь. Я скажу всем, это регион Москва, цифры 77, ОДС. Рядом не стоять, жилищник района номер 5. Номер интересный, в этом деле господин 84-95-95-3-0-7-7-1. Как-то так. Заметить, мы ведь в золотых цепях, и мы в ответе. И последнее, я сказать рад, приезжайте в пятницу на автопати дипломат. Скоро будет дождь, но мы стоим под крышей. Когда ты отворачиваешься, камера тебя не слышит. На самом деле, знаешь, судьба, сука. Порою даже у Sony есть косяки со звуком. Но это все не важно, это так здорово, когда мы с тобой по эту сторону забора. Бра! Саш, Люсь, ты давай. Скажи, да. Мальчики стоят в стороне. Я не знаю, как фристайлить. Ой, батарея села, флешка заполнена. Там была жара, она засчитала. Ну что ж, ребят, на этом влог подходит к концу. И перед тем, как я его закончу, я хочу вам напомнить о том, что я недавно записал свой кавер. Кто не смотрел, обязательно смотрите его. Ссылку я оставлю в описании, хотя это всего лишь предыдущее видео, но ладно. Для самых ленивых я оставлю ссылку в описании. Поэтому заходим, смотрим, пишем свои комментарии под этим видео. Не забываем, потому что я их читаю. Всем спасибо. Да, по приколу. Спонсор. Нет! Спасибо всем, кто смотрел. Вы самые лучшие. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всех люблю. Скоро увидимся.